Всем привет, всем здравствуйте, друзья. Рад приветствовать вас на канале Бардбро. Восьмой летсплей по игре Once Human. Продолжаем наше выживание. Это второй сезон выживания, для тех, кто не в курсе. Да, не первый сезон, поэтому у меня есть уже определенные чертежи. На броню, на оружие и все такое. Даже золотые легендарные, купленные за Стархом. Видите, у меня в руках Скар золотой. Вот у меня такой чертеж есть. Я с ним делюсь, делюсь в комментариях. Нажимаете на кнопочку F3. События. Нажимаете вот тут события. События друзей. И вот тут, видите, этот Скар, я его сюда вставил. Вы нажимаете на погашение кода вот сюда, либо X, латинская X, естественно, не Х, и вводите вот сюда код, который будет выдан после того, как вы перейдете по ссылке в комментариям под этим видео. Тот код сюда вводите и получаете такой Скар. Но есть одно условие: у вас должно быть на персонаже до 10 уровня, если это ваш первый персонаж. Если вы не активировали другой код, естественно. Вы получите такой Скар, вам не надо будет его крафтить, вам его дадут сразу готовый уже первого уровня, его там хватит. Пока не сломается, вы сможете им пользоваться. А когда сломается, уже вы сможете крафтить другие пушки свои уже, да, которые вы там нашли. И все будет у вас чики-пуки. Для старта огонь вообще. Так, 24 уровень. По карте смотрим, где я там остановился. Я так и не сделал этот квест. Его надо сделать. Но мне нужны апельсины. Апельсины есть вот тут вверху. Надо будет туда тоже сбегать. В обязательном порядке. Заодно можно зафармить ресурсы. Можно не пройти локацию, а чисто ресурсы зафармить и сделать эти солнечные панели. Мне они бы не помешали, если честно, чтобы сделать автоматический там полив на огороде и так далее. Так, смотрим, что у нас тут есть. У нас есть тут, кстати, вот такой домик. Стоит бы пойти дискошара туда забрать. Плюс контроллер. Это полезная штука. Вот тут на острове есть база, которую я не прошел. Тир 2. Вот тут база, которую я не прошел. Ну, города точнее. Вот тут вот база какая-то военная. Вот тут военная база. И сама вот эта локация, где босс уже. То есть итого 2, 4, да? Где там? 4, 5. 5 локаций у нас. 5 города, так сказать. Это у нас что? Ну, это тут квест какой-то. Квестики, которые вот тут выполняются. Можем пойти туда, да, выполнять это все. Так. Ну да, 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 да. Я думаю, начнем с того города. Так, как раз таки я продам там свои вещи, ненужные мне, которые я тут нарыл. Так, не забываем, друзья, ставить лайкосик, там, подписывайтесь на канал, если вам не трудно, конечно. Что подписка, что лайкосик совершенно бесплатная. Его достаточно там просто нажать на кнопку, то есть дело нажатия одной кнопки, не больше. Я тут стараюсь, пилю видосики вам, чтобы было интересно, чтобы можно было расслабиться так после работы, отдохнуть, посмотреть, почему бы и нет. Ламповые видосики прикольные. Так, это мы продадим. Забыл сахар сбросить. И забыл чайку взять. Блин, придется вернуться домой. Лайфхак, друзья. Лайфхак для вас. Видите, чай фруктовый. Его можно изучать. Этот чай лечит психику на определенное время, но портится при этом. Для того, чтобы он не портился, делайте так.
по 5, там 10 штук вот этого чая. И оставляете его в печке. Просто-напросто в печке оставляете. А когда нужно, просто берете с собой. Вот вы вошли в игру, взяли, видите, он на 23 часа. Холодоса у меня нету. Если я его достану оттуда, он попортится в течение одной сутки. Реальных. А так не портится. Вот вам лайфхак, пока холодоса нету. Можно спокойно это делать. Так, сколько тут осталось? О, а это все готово. Это можно собрать, быстренько посадить обратно. И продать еще раз. Можно заработать Energy Link'и, которые нам нужны будут. Energy Link'и — это внутриигровая валюта, если что, типа денег. Типа налика, который ты с собой таскаешь. Так, F. Семена черники. Сажаем. Надо воду с собой тоже взять. Есть вода тут? Да. На полив чисто. Поливать не нужно. Ладно. Потом на G просто нажимаем. Вот так быстренько все делаем. Огородик выручает, пока нету никакой профессии на заработок. А если и вовсе не выпадет такая профессия, так вообще жесть. Придется чисто огородиком бабки фармить. А что не идет дальше? Что тебе не нравится? Вперед! Не хватает материалов? Чего тебе не хватает? Дерева, походу, нет или что? Да, дерева нету. Ладно, потом вопрос решим с этим. Главное мне не забыть об этом. Угу. Не получится потом вопрос решить. Ладно, спилим дерево это тогда. Ну и все, погнали. Там уже... Блядь. Пчелка. Жужжалка толкается, бодается, подлюка мелкая. Так, все, я тут. Можно проверить заодно. О, смотри, какая девочка, да? Можно проверить по поводу этого квестика синего. Может, в ту сторону какой-то квест будет от этого чувака. Дракон. Это точно иной. Так, дракон. От Мильхарста там тоже иные. Давай вот так сделаем. Да, смотри, там особо не на что. Звездные пыли там, просто горы. Но где же еще искать скрытые сокровища? Судя по слухам, в этом районе происходят странные вещи. И это дело рук иного. Правда, разглядеть его так никто и не сумел. О, звучит загадочно. The entire mud flats are shrouded in thick fog, but there are reports of a strange sound emanating from the impenetrable wall of mist. Some believe a monster lies within. Все отмели окутаны густым туманом, но ходят слухи о странных звуках, доносящихся из этих непроглядных из этой непроглядной дымки. Говорят, что внутри скрывается монстр. Бля, он опять он свою воду, сука, начал лить. Повелитель тумана. Где?
Куда мне? Повелитель, кто повелитель тумана? Покажите мне его. Вот это повелитель тумана? Что, пойдем его бить, этого повелителя тумана? Повелитель тумана. Ну, поехали. Повеселимся сейчас. Выполним заодно, потом переплывем, пройдем локацию там. Не, в любом случае в ту сторону. Пойдем посмотрим, кто такой повелитель тумана. Так, тут загрязненная территория есть. Интересно. Мне вчера на стриме нужна была на ПВП загрязненная территория. Надо будет проверить это место. Вдруг тут можно как бы это делать. Повелитель тумана. Ну, пошли посмотрим, кто там в этом повелителе тумана-то. Взаимодействовать. Так, отыщите обжорку, бля, на грязевых отмелях Харста. Вот это обжорка? Точно он. Fog is thick. Make sure it doesn't spot you. We need to try and dispel this fog somehow. Так, это и еще одно там. Повелитель тумана, блядь. Тварь такая. Главное, чтобы оно не лагало. Так, туман выключили. А вот и обжорка. Это обжорка. Ты обжорка. Изолируйте обжорку. Ты обжорка. Верните The Market Myers. О, интересно. Дун-дун-дун-дун-дун. Фига себе, тут был, блядь, видели? Этот, как его, мимик. Сундук мимик. Фаза морфа. Это я заберу. И сундук молчал, не это, ни словом вообще не сказал, ни сном, ни духом об этом. Обычно, когда рядышком подобная хрень, сундучок начинает мигать, вот эта лампочка сверху, которая... Опа-на. А ты кто такой? А, я понял. Ты и есть у нас повелитель тумана, блядь. Монстр скрытый. Который. Я тебя понял. Ладно, доплыву, подключусь. Добро пожаловать на остров. Так, это мотоцикл. Не помешало бы нам чайку бахнуть. Похавать. Ты будешь хавать или как? Вот так вот. Я предлагаю по этой дороге заехать, на где тут дорога была. Или тут забор будет? Нет, там как раз таки КПП сверху. Можно будет сразу к якорю пойти, к нему привязаться.
Да, начнется веселуха. Правда, где мобы? Или кто-то зачистил эту территорию? Ага, вон он. Чувачок, который территорию-то зачистил. И никого не оставил. Ладно, скоро спаун будет по-любому. Там их двое даже. Тут прикол такой, что я без мобов ни хрена сделать не могу. Для того, чтобы что-то сделать, нужны мобы. А конкретно элитка мне нужна. То есть мне надо убить элитного моба. Во, моба. Контейнер потом тогда. Угу. Я сюда не заползу даже без элитного моба. Где он? А вот он. О, спаун пошел. Отлично. Здрасте. Мне нужна карточка Розетты. А для этого мне нужна элитка. Можно мне элитку? Или элитка с этой стороны? Слушайте, может элитка с этой стороны спавнится? Говорит, победите элитных врагов одну штуку. Где эти? Буду побеждать-то, если их нету, банально. Подождем, короче, на паузу пока что. Пришла элитка. Пришла элитка, друзья. Заспавнилась. А, так тут открыто, блин. Эти чуваки открыли. Забираем патроны на какой-то КВД. Забираем еще один ящик. И остается убить 15 врагов. Ага. Очень смешно. Когда конкуренция тут такая. 15 врагов убить. Тут разве что спавн опять ждать. Надо это вверху проверить, может там кто-то есть. Слушайте, ну в выходные, в принципе, на ПВЕ много народу играют. Сегодня воскресенье, вот. Вот те, Страж Тумана. А при свете дня не такой уж монстр.
It obviously reacts to the fog, ballooning in size. What do you want to do with it? Очевидно, что он реагирует на туман и раздувается в размерах. Что хочешь с ним делать? Well, we can't не знаю. Release it back into the wild now, can we? Ой, просто так его выпускать на волю мы не можем. Его нужно изолировать. Sure security, это боевой. Так, все, вот, все, не неси эту чушь, блядь, заебал нахуй. Эту воду, сука. На тебе, блядь, падла, на, тварь. Сколько можно воду лить? Четко по факту. Тут, 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 тут. Закинь его в колбу, блядь. А он сидит, ну тут воду льет. Он заебал уже, серьезно. Мистер Лох. Будем его называть, бля. Дракон, что за дракон? Рассказывай. Признаю, звучит странно. Но это еще один повод, чтобы изучить вопрос. Опять воду льет, блядь. Как нам его изолировать? Отличный вопрос. Короче, пошел ты нахер. Я тебе сейчас, блядь, в очко стрельну, нахуй. Вот так, в одно очко. И во второе очко. Пошел ты, блядь. Фу на тебя, нахуй. Воду льет он тут полчаса. Так, ладно, пошли. Что у нас там по квесту? Где там его дракон-то? Тут квест. Здесь водится дракон, окей. Мне как раз туда и надо. А можно его отметить как-то вторым кликом мыши, понял? Кстати, а какой этот пиздюк мне выпал? Давай посмотрим. Первого уровня, ну, я понял. Надо выкинуть его нафиг. У меня топовая медуза стоит прямо. Я буду с этим первого уровня бегать, что ли. А вот дракончик нам бы не помешал. Он пиздюк такой, что дает баф на еду. Оп, что я себе не свернул. Опля, труляля. Кстати, можно забежать в пещеру после этого. После того, как зачистим этот город и поискать этого грибочка. Локация, блин, лагучая, жесть. Я вам скажу. Давай к дракону сначала. Объедем вход, потому что вход очень лагучий. Здрасте! Мы за драконом. О! Шафозавр Рекс. Где-то ты достойна моего внимания. Покажи. Ну и? Давай пообщаемся с ним. Тетя. Так, требуемые предметы. И что тебе дать? Апельсинчик и... О, щука, дать ему апельсин? И это нет. Ладно, давай отсюда возьмем. Что? Что? Что ему дать? Что он хочет? Так, покажите Шафозавр Рексу, блин. Блюдо из зажаренных фруктов. Дальше. Выбор, блядь. Заваритесь. Кухня, ингредиенты, которые приготовил Шафозавр Рекс. Выбор. Для готовки воспользуйтесь кухонной утварью. Зажаренные фрукты. Еще ему эту хуйню дать, что ли, апельсинчик?
Блин, мне бы апельсины нужен для того, чтобы квест выполнить. Может, выполним квест? Нате. Шифозавр Рекс. Зажаренное мясо ему сделать. Нате зажаренное мясо. Стыдно показывать такое, блять, шеф-повару. Шифозавр, блядь. Нравится? Нравится, нравится, да? Комбо стейк ему еще показали. Вот комбо стейк уже не стыдно показать. Сука, еще пиздючий такой. На те, комбо стейк. Нравится, 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 да? Давай. Пошли ко мне. Так, изолируйте. Давай изолируем его. Тоже первого уровня, да? Да. Так, надо будет к лоху вернуться обратно. Окей. Кирю-дю-дю. Ух ты, снайпер. Это вот так делать надо. Что, помахаться хочешь? Да, давай. На-на. Давай, помахаемся. На. Так, короче. Надо посмотреть по поводу рецепта. О, рецепт. Забираем нафиг. Чефозавр. Нет! И отсюда! Блядь, еле успел вырваться из этой ловушки. Меня чуть не подорвал нафиг. А я хотел его ударить, прикинь. Хорошо, что я его не ударил. Иначе бы он меня нафиг подорвал. Кирюли. Ладно. Баба с топором, блядь, опасно любого, опаснее любого этого чувачка-то. Так, а где у нас ништяки? Один сундук я точно знаю, что вот там, это этот как раз таки мистический. А вот ящики с оружием и броней. Не помню точно где. Будем сейчас искать. Чефозавр. Вот там сверху кто-то есть. Тихо. Не шуми. Тихо. Так, отлично, вижу ящик. Черт, подорвали меня. Двойным взрывом еще. А этого, главное, не зацепили вообще нифига. Так, это у нас ящик со снаряжением, отлично. Первый ящик есть. Даже золотой модик оттуда упал какой-то. Дальше. Дальше мне надо искать второй ящик. Шевелил весь улей нафиг. Я не знаю, стоит ли мне собирать вот это барахло, которое тут. Хотя, если мне выпадет этот перк на создание чипсетов, а там нужно будет очень много всякого говна, почему бы не собрать это говно тогда заранее? Но если не выпадет,
Ну, а если не выпадет, просто можно будет выкинуть. Курицы слишком много урлыкают. А вот и ящик с оружием. Так, это у меня есть. По поводу рифта. Есть тут рифт или нет его, да? Якорь. Нет, тут его нету просто-напросто. Вот тут есть, тут есть. Теперь нужно найти мистический сундук. Ну, он там наверху, я знаю, где он. Пойдем просто заберем сейчас, да и все. Кстати, по поводу рецепта надо проверить. С другой стороны, я, возможно, уже забирал отсюда рецепт. Сейчас она будет просто валяться у меня в этой... В рюкзаке, короче, у меня. Зато шафозавр есть. Так, отлично. Что ж, вернемся тогда к этому чуваку обратно. И кто его знает, куда он меня еще послать может. Мне-то нужно вот это сделать. Вот это сделать. И вот это сделать. А еще мне нужно вот этот квест сделать. Сколько там, 33-я минута? Я думаю, что мы успеем, если что. Например, тпхнуться сюда. Так, это я зачистил? Не зачистил. Зачистить вот эту хрень. И сюда еще пойти. Ну тут, вот тут где-то водятся апельсины, растут. И кабанчики там водятся, можно будет мясо кабана выбить. А, я забыл, я хотел еще вернуться и грибочек поискать. Шефозавр Рекс. Интересно, какой баф на блюдо он давать будет. Конечно, там разные, блин. Не помню, какой баф дает обычный шефозавр. Но их там несколько этих образцов, этих шефозавров. Ю-ху! Десантники! Как в той песне про десантников. Мама, смотри, кто-то падает. Не, что-то падает, похожее на одуванчики. А мать ему, это, сынок, десантники. Так, где-то тут этот мелкий пиздюк водится. Где, не знаю. Мигает вот эта штука. Видите? Блин, я смотрел, что за разные цвета у этих оленей. А им сами разрабы, короче, эти цвета наделали. Не знаю зачем. Секретная пещера меня спасет сейчас по поводу этого грибочка. По-любому выпадет, надеюсь. Если нет, потом еще раз вернемся сюда.
Шефозавр, шефозавр. Можно даже камыш этот пособирать. Чаек из него делать. Попьешь чаек из этих грибочков, блядь, мухоморов и такого камыша. Так тебе не только, это не только такие шефозавры померещатся. Вон, капибара. Капибарка. За капибарку лайкосик. Еще капибара. А свет включен. А ну признавайся, что ты тут делаешь? Что ты тут делаешь, признавайся? Ты тоже признавайся. Так, а время видео-то летит? Летит, 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 летит. Обратно его никто не вернет, это время. Так. Что-то мне не везет с этим грибочком, слушайте. Первый раз, когда я тут был, когда я пещеру секретную показывал. Повезло, выпал 4-го тира, блин. Грибок. Сейчас вообще не хочет падать. Зараза я такая. Тупо всю пещеру оббегал и не упал грибочек. Опа, попался. Стой, гад! Третьего уровня, блин, шансов мало взять его, если честно. Маленькая муха. Вот гад, а? Ой, падла. Есть! Поймал грибочка. Да еще какого? Третий уровень, третий скилл и два глазика. Не зря зашли. Серьезно. Так, давай домой. Поставим его куда-нибудь в колбу. Он там будет нам собирать все, что нам нужно будет. Надо бы еще на этот домик сходить. Так, итого. Давай изучим вот эти штуки. Меметики. Что так долго? Не понял. Так, что у нас тут? А тут у нас все как положено, да? Еще я не взял левел. Так, открыть надо специальный меметик тут. Вот этот. Формула до 10 этих колбочек. Блять, толкнулся тут, а тут такие лаги. Это до 20 штук. Ну, мне так много сейчас не нужно. Надо утащить свою хату отсюда нафиг куда-нибудь. М-м.
20 штук мне пока что ни к чему, так что потом поставим. Так, грибочка мы поставим сейчас сюда. Где он там? Так, сюда гриба. Сюда шефозавра вот этого вот. Так, сюда мы можем лягуху. Так вот. Дверка мне понадобится, возможно, понадобится. Поэтому давай дверку тоже засунем, чтобы оно тут работало. Так, этих я полутал вроде, да, полутал. Фармят дальше. Что нужно этому грибочку? Высокая температура ему нужна, зеленый свет и электричество. Нет у нас такого. Красный свет, игрушка. Так, давайте свет им поставим. Так, это стандарт. Да, надо поменьше. Сейчас изучим поменьше, которое. Мне так или иначе нужно будет идти вниз. До кирпича прям. Давай кирпич тоже откроем. Чтобы он у меня был. Вот это маленькие потолочки вот такие. Сейчас воткнем вот тут. Так, мебель. Вот эти штуки еще открыть нужно. Так, это не тут открывается, это открывается где-то там. А где? Не помню. Не в электричестве. А где дом может? Да, вот тут вот. Что ему нужно? Хотя чё я парюсь, блядь? Что ему нужно? Просто всем ставим. Вот так вот ставим. Светофорчик делаем вот где-то тут. Зеленый. Синий. Красный. И где-то тут еще вот так вот. Светофорчик сделаем. Это на них на всех повлияет. А ну. Нет, далеко, блядь. На этого влияет, на этого нет. Так, на этого влияет. Влияет, влияет. На этих точно влияет, так на этого влияет. Влияет. Давай еще один тогда зеленый тут поставим. Прям над ним. А то до него просто не доходит. Ну и все. Он будет быстро восстанавливаться и работать. Он уже работает, если честно. Так, что нам нужно? Нам нужно к этому мистеру Лоху пойти. И пройти желательно вот эту локацию. Давай туда, сдадем квест. Мистер Лох, привет, мы тут. Нате шахозавра.
А вот ведь какой занятный образец. Не слишком угрожающий, если знать, как правильно за ним ухаживать. Да. Твоя готовка, блядь, ему должно быть очень понравилось. Да. Понравилось. Здесь водится дракон. Так, а следующий квест у него что? А следующих квестов у него нету, да? Или есть? Нет, у него больше квестов нету, слава богу. Тут, короче, это на рыбалку есть квестик, но я не хочу туда. Я сюда и потом вот сюда. Встретимся где-то вот тут. Я, короче, решил на берег все же заехать к этому домику. Тут кто-то рядом с ним построился даже. О. Погнали. Вот это я понимаю, домик на колесах. Точнее, на лапках. Может пойти куда угодно. Так, и в чем секретики? Все, домик готов. Давай, давай, присаживайся. Приземлились. И вот тут ящик. Офигеть, 10 кислоты. Еще 7 контроллеров. 7 контроллеров. Вот это жирно. Так, мой байк раздавили нафиг. Я понял. Мой байк просто раздавили нафиг. Так, откройте сокровище Хализа. И покиньте это место. А сейчас я могу свой байк? Нет, его просто раздавили нафиг. Только что. Он, скорее всего, рванул. А мне далеко бежать? Ну, блин, да, далеко бежать, если честно. Проще топехнуться. Да, проще топехнуться домой, починить, блин. И уже потом поехать туда дальше. Ну или побежать. Но бежать далеко. Ладно, посмотрим уже. Встретимся на месте. Дискошар, короче, проложили, положили в колбу. Проще тпхнуться и отремонтировать байк, нежели идти туда пешком. Туда пешком, блядь, ну его нахрен идти долго. Я буквально речку переплыл, до отсюда дошел и решил... Да не, ну нахер. Домой, через ТП. Так, короче, приехали.
Дю-дю-дю-дю. Тихо. Дю-дю-дю-дю. Бля, вот это ихнее тю-дю-дю-дю, конечно. Смешно звучит. Дрончики. О, 19 уровень мобов уже. Понял. Так, ну тут не один порох хотя бы, да? Не, не один. Ведро краски. А то, блядь, лут в один порох, это, конечно, жесть. Бля, помню квест с этим револьвером. Не знаю, интересна ли эта штука или нет. Я его пробовал тогда. Ни хрена у меня не получилось, ибо я не понимал, что от меня хотят. Но квест смешной. Серьезно. С этим револьвером. Там какой-то квест с подъебкой именно. Так, а где сам рифт? Может, зайдем и сделаем его даже. Но сначала я соберу эту базу. Я соберу все, что на базе, и найду все, что нужно. Нет, а тут, по-моему, этот сундук, который мне нужен. Да, вот он. А то я бы сейчас убежал отсюда. Нужно найти два элитных врага. Где эти врага два? При том, что не один, а два элитных врага должно быть. Тут элиток я не видел. Но, возможно, есть. Давай проверим. Навряд ли тут есть элитки. Я точно знаю, что внизу есть элитка. Вот внизу с гарантом. Тут-то сверху навряд ли. Фига себе, а ты кто по мне шмаляет так? Вот этот малюсенький пулеметик, значит, вынес мне все хп? Что-то я сомневаюсь в этом.
Атак, атак. Никакого атака. Охренеть. Это кто меня? Это он меня так? А их просто тут много. Но прикол в том, что мне нужно будет умирать и возвращаться обратно. Так, я вернулся обратно. Знаете, я вспомнил. Я первый раз, когда проходил, заехал через эту хрень. И тут где-то элитка была. Да, вон он. Ахиллес. Сейчас им пятку расставляем, и все будет нормально. Там Ахиллеса вот это. Видно? О! 25 уровень. Так, карточку взяли. Тут тоже загрязненная территория. Мне вон туда надо. Знаете, что я забыл? Я забыл сожрать консервы. И выпить чайку. Тут на этой территории можно кислотную ферму делать. На, снайпер больно бьет. Amplifier, да. Он самый. Так, тут Ахиллесова пита нет. Не Ахиллесова пита. Грибочки мои отдайте. Даже открывать не пришлось, они сами открыли. Так, а ну-ка давай сбросим эту штуку. Отлично. Чтобы у меня было полное ХП. Пошли убивать механика Розетта. Броновоз. Вторая элитка. Прошли, можно сказать, что да. Локацию зачистили полностью. И тут где-то я видел сундук даже. Вот такой сундучок интересный.
Можно подняться наверх и попробовать пройти тот квест, который с пистолетом. Но я думаю, что этот квест я буду проходить в следующей серии, друзья. Не забывайте подписываться на канал. Поддержите канал подпиской, если вам не трудно. Буду благодарен за это. Ставьте лайкосики. Это все бесплатно. И увидимся в следующей серии. С вами был Бард. Всем удачи, добра и до встречи в новых видео. Всем пока.